Дворец детского и юношеского творчества отмечает юбилей. Вот уже 70 лет подряд этот дом искусства обучает маленьких люберчан танцам, хореографии и живописи, вокалу и многому-многому другому. Памятную дату воспитанники и преподаватели отметили праздничным концертом, на котором показали все свои многочисленные таланты. История Дворца творчества началась в тяжелые послевоенные годы. Он открылся в 1946 году под названием «Дом пионеров» и предоставлял на выбор ребятам всего 4 кружка. С годами небольшой домик превратился во дворец, начинающие учителя – ветеранов труда, а первые воспитанники – в профессионалов. Сегодня маленькие люберчане выбирают среди 68 кружков – декоративно-прикладное и изобразительное искусство, танцы, музыка, шахматы, спорт и многочисленные театральные студии. Три коллектива из 68 творческих объединений дворца носят почетное звание «Образцовый детский коллектив». Хотелось бы, конечно, их отметить. Это театр «Кукол Антошка», хоровая студия «Юность» и театральная студия «Образ». 4000 воспитанников, 74 преподавателя и бесконечное количество часов, которые дети и взрослые проводят за любимым занятием. Тяжелый труд, разумеется, не остается без внимания. Учащиеся Дворца искусств являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов, а преподавательский состав ежегодно награждается грамотами, дипломами и медалями за вклад в образование Люберецкого района. Очередные награды тренерам и руководителям творческих студий вручила начальник управления образованием Люберецкого района Виктория. Я в первую очередь вам, дорогие коллеги, хочу выразить слова благодарности, сказать вам большое спасибо за вашу любовь к детям, за ваше умение открыть таланты и развить способности детей. Конечно же, я хочу поблагодарить детей за их такое творческое начало и, конечно же, за желание заниматься творчеством, за любовь к этому творчеству. Но, конечно, главной наградой для учителя являются успехи его воспитанников. Учащиеся Дворца детского творчества продемонстрировали на празднике все свои таланты. В холле можно было увидеть рисунки и поделки юных дарований, а на сцене услышать выступления вокальных коллективов и насладиться номерами танцевальных студий. Кристина Манасарян, Максим Горсков, Люберецкое районное телевидение.